Скажи напоследок, скит или трап? Скит. Как переводится скит? Скит. Как переводится скит? Скит. Перевод есть? Не интересовало даже. А что это? Я тупо трачу свою удачу. Значит, должна же быть отдача. Ее как будто прячу. Злая карма опустошает карман. Я парень, но лимфома башка не... Ну ты же уже сказала. А я что? Вы что вы сегодня делаете? Стреляем. Ну стреляете, что, пристрелка, квалификация? Мишенька. Что надо сделать, чтобы квалификацию пройти? Да просто стрелять. Главное выйти на площадку, не опоздать. На финал тоже главное выйти и не опоздать. Потому что снимают мишени. Угу. Ну а лучше их самой промазать, угу, чем даже не стрелять их. Тупо трачу свою удачу, значит, должна же быть отдача, ее как будто прячу. Злая карма опустошает карман, я парюсь, но не спама, башка кипит от спама. Я ел печеньку с чаем и кадочи. Я думал, она начала падать. Я думал, ну все, пока печенька. Трачу свою удачу, значит, должна же быть отдача, ее как будто прячу. Злая карма опустошает карман, я парюсь, но не спама, башка кипит от спама. Тренера. У вашего тренера день рождения? Да. Давайте, поздравляйте быстрее. Поздравляю с днем рождения. С днем рождения, любимый тренер. Шомин Валерий Кимович. Вот он стоит. У вас день рождения? Да, у меня. Ну, вас поздравили сегодня ваши спортсмены? Да. Вот этим вот шариком? Вот этим вот шариком. Достижениями какими-то тоже наверняка. Впереди. Точно? Поздравления будут достижениями? Да. Вот когда достижения будут, тогда будем поздравлять тренеров обязательно. Что будет с этим шариком? Шарик будет расстрелять. А, сегодня это в конце мишень. Дня? Видите, какая мишень? Это мишень, мишень, да. Мишень, в которую она как бы ранее попасть. Давай, раз, два, три. Я тупо трачу свою удачу, значит, должна же быть. Злая карма опустошает карман, я парюсь, но не спама, башка кипит от спама. Вы знаете, что ружье нельзя чистить перед соревнованием, потому что такая примета. Ты соблюдаешь эту примету? Да. Но там еще где-то физика. Я замечена. Очень хорошо. Это что-то по физике примет. Тоже там. Руки физики. Вспомнил! Геометрия! Ну, может, ее коллекционировать как-то, с каждого соревнования откладывать. Банку отдельно, там, не знаю. Каждое новое соревнование — новая грязь. А почему номера после соревнований оставляют? Номера после соревнований оставляют. Вот эти. Да? Да. Сколько у тебя таких номеров? Я не считала. Не считала. Ну, около 10, наверное. Да. Я не считала. Старая добрая традиция, нам нужно передать привет. Кому передать? Даю привет. А, стойте. Мишиной жене. Передай. Мишиной жене. Даю привет любимой жене моего брата Насте. Вместо Миши передаю. Смотри туда. Ну, скажите, как... Тихо ты. Саня, я не успел вопрос задать. Я все спросил на собачьем. Тихо.